Сегодня съемочная группа «Телеграф ЛВ» отправилась в Юрмалу, дабы ознакомиться с актуальными предложениями о съеме жилья в летний сезон. Искали довольно-таки долго, не сразу нашли хозяина, который сдавал бы дачу или комнату на лето. А вы не подскажете, где можно здесь снять домик на прокат? Не знаю. Спрашивайте, может быть, где-нибудь. Но все же удача повернулась к нам лицом. В сердце Юрмалы, в районе Дзиндери, на проспекте Турейдес, красовалась вывеска «Сдается домик». Добрый. Обратились к хозяину. У вас можно домик снять на прокат, да? Если деньги есть. Скажите, а как вот с расценками, вот в сравнении с прошлым годом, изменилась как-то ситуация? Конечно. Да? Да. То есть... Деньги спустил, да, много. Ага. То есть сколько... Ой, блин, чуть не упал. Дешевле... Ты чего снимаешь? Мы... С кого ты там снимаешь? А то залезем. Мы снимаем для «Телеграф ЛВ». Да, для портала. Как делаем новость про... Ну, то давай сделай программу, чтобы я сдал свою эту... Дом-то. Вот поэтому и хотим узнать. Слушай, так не снимай-то. Это очень некрасиво, конечно. Мы выключили камеру в надежде просто побеседовать. Дальше больше. Хозяин дачи начал недоумевать, почему мы с ним на русском языке заговорили. Потом он приказал нам убираться с тротуара, который, кстати, является вполне публичным местом, а не частной территорией. Но мы остались. На первый взгляд шутливый и безобидный разговор перешел в нападение на оператора съемочной группы. Вначале просто с кулаками, потом появился и ножик. Пришлось скорее уносить ноги. Вот такие вот приключения могут поджидать вполне безобидных, не считая камеры туристов, желающих снять домик для летнего отдыха. А вот как это бывает, если с хозяином просто говоришь по телефону. Алло. Добрый день. Добрый. Хочу узнать, какие цены у вас вообще, расценки? Цены. Ну, у меня цены не как у других. Если вы хотите снимать, я, наверное, дешево, мелуже, там, туда, это же Дзиндери, самый центр. Ну. Самый центр, комнатку снять. У меня, конечно, хорошая комната, все удобствами. Ну, я в самом центре Юрмалы, как вам сказать, со всеми удобствами. Угу. Ну, как у людей, как у белых людей, как нормально заходишь. По моим понятиям, вот одна комната, ну, полдома, скажем, это 15-20 в сутки. А дом за 20, трехкомнатный, 110 квадратных метров, со всеми удобствами. Ну, как у белых людей, как нормальные люди снимают. Ну, давайте подержать и посмотрите. Выводы делайте сами. Михаил Козлов, Улдис Кейкан, специально для «Телеграф ЛВ».